Всем доброе утро. Завтрак у нас. Ну, Николька уже умяла свой творог кубный, а я искупалась. Вот, и сейчас буду завтракать. Из морозильника достала гречку замороженную. Все. На газ. Чуток водички. Вот так, все, чтобы она опала. Накрываю крышкой. Пошла делать маску. Часик, что такое опять? Кто тебя там опять раздражает так? Одна зрительница меня спросила, какое масло я добавляю в гречку. Исключительно сливочное. Но врач мне как-то порекомендовал, она сказала, лучше топленое. Я понимаю, почему. Потому что, когда растапливаешь вот это сливочное масло, там выделяется вот эта вот жидкость, я забыла, как она называется, которая при нагревании выделяет канцерогены. Ну, со сливочным все-таки вкуснее. И я, знаете, не стесняюсь, я добавляю такой конкретный кусочек масла. Не стесняюсь. Может, это и плохо. Но у меня в течение дня жирного не бывает, в принципе, ничего. Если только суп, который я готовлю на масле, там, с добавлением сыра, да, допустим, плавленого. Ну вот. И так, в принципе, все. Вот это вот мой жир утренний. И то бывает не всегда, кстати говоря. Я могу иногда и... Привет. Да ты уже поела, ты не нагрена. В мою тарелку лезет. Я могу иногда и... Ой, ну как его... Там авокадо с рыбкой, да? Ну, в рыбке есть свое немного масло, жирок. Авокадо жирный. То есть как-то я замещаю. Ну, жира в течение дня я употребляю немного. Тем более я же ничего не жарю, вы видите, да? У меня, то есть я не ем жареное. Редко-редко. У меня в основном супы сейчас. Ну, просто потому что хочется супы. Организм очень хочет супы. И, честно говоря, ему нравится вот то, что я сейчас сижу так плотно на супах. Все. Мне приятного аппетита, всем, кто за столом, тоже приятнейшего аппетита. Чай пока настаивается. Чай закончился у меня в емкости, но у меня есть еще вот такие вот вкусняшки, приправы и сам чай. Вот этот вот линкоранский чай я буду добивать, который мне дарили, вот этот, вот его. И буду приправки добавлять к нему, всякие вот такие вот. У меня тут лавандочка есть. Вот. В общем, красотень у меня. Так что будем употреблять. Такой вы меня еще не видели. Это я для вас это включила. Свет, понимаете, моего нету, который бы делал меня очень красивой. Сильно красивой. К моей красоте добавил бы еще много-много красоты. Я вот эти вот бигуди-липучки
Обычно делаю на, когда у меня стрижка бывает короткая, ну, чтобы приподнять там туда-сюда. Но так как у меня каре, я уже давно, очень много лет хожу с каре, то я в редких случаях накладываю вот эти вот бигудишки, только когда готовлюсь на выход, например, допустим, на вечеринку, там, на свадьбу, в гости или куда-то, да и то очень редко. Вот, а сейчас что сделала? Ну, потому что волос уже отрастает, я хочу немножко, чтобы он подлиннее был, да? Ну, как-то мне кажется, такой, в принципе, длины нормально, такой длины, по-моему, да? Но все-таки от того, что он становится тяжелее, это я плохо высушила. Смотрите, вот у меня сейчас не туда, куда надо закручивается. Вот здесь хорошо, вот, а тут нехорошо. Ладно. А тут не поддающийся. И я сбрызгиваю вот этим вот спреем, который дает объем. Я вам показывала от Фаберлик, очень хорошая штука, кстати. Уже когда сушишь феном, уже есть такой хороший объем, и с этим объемом, в принципе, ходишь достаточно долго. Ну, волос тяжелый, тянет. Хоть у меня, на самом деле, сам волос тонкий, но в массе, в такой своей сумме, он тяжелый, он, естественно, тянет вниз, как его, эти волосы, да, корни приседают от него, поэтому я иногда делаю так. Сейчас я губки накрашу, кстати, знаете, сейчас вот я это крашусь. Все-таки без лампы не очень, вот правда. Без лампы не очень. Я сейчас что включилась вообще на самом деле? Рассказать про вот эту вот помаду, которую я пыталась реанимировать. Я вам что хочу предупредить. Может быть, это в моем случае так получилось, но я вам все-таки скажу. Дело в том, что, мне кажется, не стоит нагревать, потому что, по-моему, она портится. И еще, когда я ее последние разы, вот после того, как я ее, кстати, нагрела, когда я ею пользовалась, то она мне очень сильно сушила губы. Вот очень сильно. Я потом бальзамом долго это все дело исправляла. Поэтому, мне кажется, просто лучше убрать ограничитель. И еще мне дали дельный совет. Да возьмите просто кисточку, да снимите ограничитель, обычную кисточку для губ и... А у меня нет кисточки для губ, потому что я когда-то ее использовала, ну, когда-то я пользовалась такой помадой, знаете, вот были такие помады в баночках, да, такие больше бальзам-помады, вот. Я тогда использовала кисточку для губ, ну, а так как появились вот такие вот помады с кисточками, а я именно люблю такие помады с кисточками, то я как-то в свое время избавилась от этих кисточек. Ну, надо приобрести, это хороший совет, дельный совет, но помаду не нагревайте, не стоит этого делать. Да, она, конечно, стекает, она становится жиже, но, по-моему, она теряет свое качество. Я, в принципе, накрасила, сейчас буду снимать свои бигуди. Так, а эту помаду на выброс. Буду снимать бигудя. А бигуди что сделала? Ты что сделала? Я, знаете как, вот этим вот спреем, спрей нанесла на волосы, высушила. Ну, смотрю, объем хороший, да. Думаю, дай-ка я просто зафиксирую этот объем. Ну, зафиксировала. Он чувствуется, что объем. Видите, вот волосам, то есть они не сосульками вниз. Но я еще, когда сама сушу волосы, у меня как-то получается, по-моему, лучше, чем у мастеров парикмахерских. Я объем задаю волосам, а вот мастера почему-то так сильно высушивают, вытягивают волосы. Ты ходишь потом, как это, корова облизанная. Так, и еще я себя поймала, знаете, на какой мысли. Подождите, давайте вот так вот. Тут мне свет не нравится. Я еще, знаете, что хотела? Я хотела еще эти цацки себе подобрать на сегодня. Ну, сейчас сделаю. Поймала себя на какой мысли. Я вам сейчас расскажу, да? Я, ну, до того, как уйти с работы, с государственной, я же еще 3 года как бы в себе эту мысль, да, как ковыряла, думаю, уйти. Нет, уйти хотела, но знаете, что больше всего меня тормозило? Наверное, это единственное, что меня тормозило. Я думала, слушай, Руки, а ты уйдешь с работы? А ты вот, а вот каждое утро вставает, а вот эта вот собранность, а вот эта вот организованность, а вот привести себя в порядок, а сделать себе прическу, она красится. Господи, боже мой, я потеряла 3 года, потому что я сейчас ухаживаю за собой больше, чем я это делала тогда, по утрам. Утром встала, искупалась, волосы уложила, не знаю, накрутилась. Макияжа я сейчас наношу больше, чем я когда ходила в школу. Вы поверите, я так не красилась в школу, правда. Я чуть-чуть так, это самое, реснички, брови, пошла и все. И ходила только в школу потом обратно. Нет, а сейчас я утром встала, так мне так хорошо, я думаю, Руки, а вот те 3 года все-таки. Не, они, наверное, нужны были тебе для чего? Для осознания, четкого осознания, правильности твоих действий. Осознала, сделала и ни разу не пожалела, правда.
наоборот, я, мое утро, оно такое, понимаете, оно спокойное, оно без нервов. Но, вы знаете, это еще от человека самого тоже зависит очень многое. Я сейчас понимаю, что я могла бы изменить свое отношение к тому, что происходило вокруг, да, и многое не замечать, многое спускать с рук, как-то подстроиться под эту систему и в этой машине ехать дальше. Наверное, можно было бы. Но мне все-таки казалось, что я теряю время. Конечно, когда волосы короткие, эти бигуди снимаются намного легче, а длинные волосы, ну, они чуть закручиваются, прилипают сильно. Еще как бы уляжется, усядется, и все будет нормально. Все. Вот так вот. Как-то так. Нормально. Хорошо. Давно бигуди не делала, знаете, как, ну, думаю, дай зафиксирую. Смотрю, если так дольше, как бы, продлится у меня объем, продержится, то, значит, буду периодически добавлять и бигуди. Так, цацки. Жаль, нет подсветки, я не могу показать вам, насколько красивые вот эти вот сережки павлин. Единственное, что они тяжеловаты, да, и я одевать не буду, это так, это если куда-то, чего-то, в смысле, я дома это не буду носить, но, смотрите, вот. Они просто тяжелые. Очень нравится вот этот. Тоже тяжеловатые. Тяжеловатые, как бы оттягивает ухо вниз. Не очень удобно, но симпатично. Сейчас как раз к моей синей майке очень даже подходит. Ой! Можно сегодня поносить такое, правда? Знаете, я когда-то вот это все с удовольствием носила. Ну, очень часто на свадьбы ходила, да. Было куда носить. Сейчас как-то с этим делом все стало реже. А вот это, смотрите, как красиво. Это бута. Сейчас покажу. Очень красиво. Приливается. Ну-ка, если я так вас поставлю. Сейчас лучше видно. А цвет это. Красиво, правда? Сейчас, подождите. Откинем кольцо. Кольцо. К этим сережкам. Есть вот такой вот кулон. Красивый. Вот. Ну, как мне показать? Так, и... К нему вот такие вот сережки. Ой, сорока я, сорока. У нас сегодня что за день такой? Я собиралась просто привести себя в порядок и найти какие-нибудь цацки себе. И задержалась. Как мне нравился вот этот набор, если бы вы только знали. Но у меня от него остался только кулон и все. А были сережки и кольцо. Что-то. А, из кольца, по-моему, да, один камешек вот так вот. А я тупанула. А мне же можно было из кулона. Я кулон все равно так не ношу. Очень красивый набор был. Сережки и кольцо. Мне, кстати, когда вы видели, делали комплимент. А я взяла, выбросила, вы знаете. Тяжеловато. Вы знаете, как тяжело. Тяжело носить, не могу. Мне надо будет посмотреть что-нибудь полегче все-таки. Ой, подождите, у меня еще один этот есть. Еще одна коробочка. Я забыла, у меня еще одна коробочка есть.
Колечко из гёзмунджугов. Это гёзмунджуг у нас, знаете, что такое? Это камешек типа от сглаза, да? Глаз вот такой вот, видите? От сглаза. А еще у меня такое есть, такие сережки есть под гжель. Сейчас покажу вот так вот вам. Ой, как удобно. Вот так, смотрите. Видите? Ну, что-то вроде, да? Вот это, кстати, мне сейчас больше подходит. Но я вот не могу уже носить вот такие вот. Что, Никося? Не могу уже носить вот такие вот объемные вещи. Мне надо что-то понежнее, помягче. Скорее всего, от многого буду просто избавляться. Еще мне очень нравится вот это вот колечко. Вот это. Что в итоге я одену? Что, Манюня? Что такое? А это сюда очень даже подойдет. Подождите, они полегче. Все, выбрала. Не прошло и полгода. Все, сочетается. Я готова к подвигам сегодняшнего дня. В сегодняшнем дне. Как хотите, но готова. Сразу, видите, у меня волос тонкий, но все так стекает. Но вот этот вот объем, который дает мне спрей, он вот этот вот будет держаться. Тут, вот видите, есть у меня такой объемчик. Тут у корней. Есть у меня корни уже отросли, пошла опять седина. Надо краситься. Николькина счастливое пребывание в моем обществе сдобрила вкусняшками, а сама тем временем попью кофейку. Решила сегодня попить растворимого кофе. В термосе пока у меня кипяток, залью кипятком. Вот очень удобно, когда есть вода в термосе. Так, кипяток в термосе. Потому что это всегда вот такое решение проблем. Вот то, о чем я и говорила, не надо ставить чайник на газ, заново как бы расходовать этот природный ресурс, за который мы платим. И поэтому вот оно, все на готове. У меня здесь уже меда совсем мало, и выдавливается очень тяжело. Ну, очень, конечно, удобный формат. Если бы мед еще был бы качественным, то было бы просто замечательно. Сливок нет, молока нет. Нет, молоко есть простроченное в этом, ну, как его, в, ну, скажите, в холодильнике. Вот, поэтому я сейчас отмерю ложку меда. Хватит. Вот так. И, наверное, я в шкаф положу вот в таком горизонтальном положении, скорее всего, чтобы не ждать долго мед, когда он соизволит выползти. А что мы с вами будем на кофе? Давайте я вам расскажу, да? Все. Понимаете? И все. Но есть... Ой, у меня... пачка овсяных печенек. Я вот парочку сейчас себе положу. Знаете, если я положу, я просто себя знаю, я зараза. Я если положу всю пачку, значит, я буду есть, пока будет лезть. А вот когда я выдернула из пачки парочку и сидя, попивая кофе, мне потом будет просто лень за следующими пойти, понимаете, когда хочу. Это напоминание мне того, что хватит, то есть не надо больше лезть в пачку. Я знаю свой характер, я вот сейчас применяю этот метод, не пачку класть, а вот так вот порцию.
Даже если очень захочу, мне вот эта пустая тарелочка напомнит, что все. Ведь время сейчас уже, кстати, 20 минут 12, но я просто сидела, монтировала видео вам, и поэтому немножко засиделась. А так бы я в 11 уже кофе пила, потому что я где-то в 2 часа буду есть. Поэтому нельзя набивать желудок, он должен успеть опустошиться до обеда. Так что мне приятного кофепития, мне как всегда, на фоне музыка свечи. Вот. Мне приятного кофепития, и вам, конечно, тоже. Если вдруг вы занимаетесь чем-то интересным. А вот эти звуки, которые издает вот это вот по кличке Николь, иди сюда. Ну иди сюда. Ну пожалуйста, иди сюда. Быстренько, быстренько, быстренько. Кто у меня красивый? Кто у меня красивый? Николь у меня красивая. Она уже поела свою вкусняшку. Счастливая и довольная. Я тебя очень люблю, Николь. Я очень тебя люблю, солнышко мое. Мы с этой хорошей девочкой сейчас выходили гулять. Ну, выходили мы, знаете, как было 20 минут 8-го, и где-то в 8 мы пришли домой. Ну, потом я Никольку оставила, терзает игрушку свою. Вот, я забежала в магазин, кое-что купила, расскажу. Ну, во-первых, я купила воду, один бачок, еще у меня один бачок целый есть там. Так что, я, конечно, все понимаю, Николь, я все понимаю. Так что мы... Один пустой нужно вынести. Вот, бачок. У меня вода уходит, потому что я воду пью. Вот, я на самом деле выходила за фруктами. Вообще разговор, знаете, какой был изначально у меня? Я думала, поеду-ка я в Брау. Потом я открыла морозильник, открыла холодильник. Я сказала, Ругия, стоп, если ты сейчас поедешь в Брау, значит, ты потратишь. Давай так. Ты посмотри, чего тебе вот конкретно нужно. У меня, правда, масло заканчивается, но то масло, которое я ем, Брест-Литовск, в нашем соседнем нету. Я, может быть, чуть дальше пройду, посмотрю в другом магазине, может, будет. Ну, посмотрим. Потом, думаю, зайду, говорит, поиграй со мной. Да, пошла, взяла, вот. Думаю, зайду-ка я за фруктами. Фрукты очень хотелось, потому что закончились все фрукты. Ну и кое-что еще прихватила. Вечерние фрукты, конечно, на полках уже так себе. Ну вот, мандаринки взяла 5 штучек здесь. Вот, неплохие вроде. Апельсины еле накопала. Там уже остаток был в ящике. Киви взяла. Киви не только поесть, но и что-то приготовить. 2 яблока фуджи взяла, 3 банана. Знаете как, вот холодно, понимаете? Стояла, думала, взять, не взять. Взяла. Когда-то сидела на этом. Ну вот взяла, не знаю, честное слово. Ну пусть лежит на всякий случай, если прям вот сильно захочется, значит, я это поем. У меня есть, правда, еще овсяные печеньки, но я взяла еще кофе и мяфли, вот эти вот от Кульчев. Акульчев, точнее. Вот. Семейная компания. В общем, тут написано, что без пальмового масла. Я очень надеюсь, что это так. Ну, такие не пробовала, попробую. Они без начинки, и на самом деле это хорошо. Потому что те с начинками не очень-то и нравятся. И вот на завтрак взяла себе свалю, сыр сваля. Вот мои закупки. Я держусь. Я молодец. Видите, я сегодня себя уговорила не поехать в магазин, в котором я трачу много денег. Я знаю, что если я туда поеду, я там оставлю кругленькую сумму, потому что... Меня притягивают полочки того магазина, а точнее продукция, которая на полочках того магазина. Я держу себя в руках. Ну вот фрукты есть уже хорошо. Вот так.